Всем привет. Вы на территории Империи. И сейчас я хочу поговорить про Эмилиано Мартинеса. Это однозначно лучший вратарь чемпиона мира. Лучше сволочи Ливаковича. Лучше марокканца Бону. Лучше Гуль Юриса. Лучше всех. Две серии пенальти затащил. Две. Просто красавчик. Просто красавчик. Я когда смотрел, как он отбивает пенальти, и как весь стадион радуется, у меня, честно, просто наворачивались слезы счастья. Потому что это однозначно самый лучший ответ на все зло. Политизированное, гадское зло. И втройне справедливо, что чемпионом мира стала самая аполитичная страна из всех, которой глубоко все равно на нас, лично на меня, что не Франция с русофобом Макроном стала чемпионом мира, а нейтральная Аргентина. Огромное спасибо тебе, Мартинес, что ты уебал Хорватию вместе со всей сборной. И что ты также уебал Францию.